блесну уже из воды вытаскиваю, не ожидал такого. Я уже поднял, она уже над водой блесна, и тут выпрыгивает окунек прямо за блесной. Я вот такого не ожидал, конечно. Вот. Причем самое интересное, что этот фокус повторился ровно два раза. Вот, а третий раз я уже... Ну что, ребята, река... Хорошая, классная река. Сейчас две штучки отпало. Маленьких таких щучки. 2 килограмма. Одного окуня поймал. Так, второй достану. С кармана. Такого кушка поймал. Ну, обычно таких выкидываю, но уху хочу сделать. Сварить уху или запечь. Вот, ребята, вот такая вот речка. Полюбуйтесь. Вечер, тишина, комары. Вот. Ну, крупных рыбин не было до сей поры. Крупных щук. Ловлю вот на такую блесну. Вот. Особых экземпляров не было. 2 килограмма ушли. Или 3 даже. Уже не вспомню. Вот такой прикольный песочек. Всегда приятно выйти вот на такой песочек, покидать. Вон там вот. Вот сюда еще не бросал. Вот здесь вот по-любому за лопушками щучка стоит. Там дальше завал, конечно. Ну, продолжаем, ребята, ловить. Классный вечерок, друзья. Классный костерок. Только что растопил речка. Вот такая вот. С такими закутками. Друзья где-то ловят. Ну что, клюет? Клюет? Что поймал? О, щучку, говорит, поймал. Это хорошо. Потому что у меня вот здесь вот ушла, друзья, с прихода. Около килограмма. И ниже по реке тоже ушла. 2 ушло. Ну что, Аркадий, как? Уха сегодня будет? Я не знаю, сварить будет. Рыбу я почистил. Рыбу ты поймал, почистил. Но. Сейчас будем. На уху. Смотри, смотри, какой щучонку. Хороший костер. На уху щучонку поймал. Сейчас, ребята, почистим картошки. Рыба почищена, порежем. Вот. Как это? Вот как. Что-то у тебя хлюпает в этих. Ловил ногами, да? Не, еще не вылил. Что-то у тебя хлюпает в этих. Бродня. А я ничего не вылил просто. Зачем броня? Чтобы носить в них воду, да, питьевую. Правильно. Питьевую воду. Ну ты молодец. Да там щучер. Берег, да? Берег, конечно. Для чая. Ясно. Давайте, друзья, сейчас почистим рыбку. Ну что, ребят, рыбу Аркадий почистил. Сейчас вот котелок стоит. Жар аж прям до сюда. Все, поймал. Ну что, хвастай, чем порадовало. Я взял одну, я имел вот. Чем хозяин порадовал? О, не, нормально. Ну так, килограмм может. Кило 200 может. Кило 200, не, хороший. Ну так. У меня вот такие не клевали. И маленьких таких отпустил. Отпала одна. У меня 2-3 сошли. Ну, поклевок было нормально, штук 8. Да? Угу. Ну зря вверх не пошел. Надо было идти вверх. Ну, я там вверх. Зря мы с тобой вниз пошли. Что делать? Ну у меня одна поклевка, одна сорвалась. Одну я взял маленькую. Чисто на уху. В общем, Аркадий, чисти большую. Я хотел показать и выпустить, а этот Димон говорит на уху давай. Большая? Не, ну вот. Да, ой, таких нельзя, брат. Что, Аркадий? Живодер. Я живодер.
бродил. Я хотел отпустить. Таких нельзя брать. Таких можно. Так давай эту крам сами насушим. Да, давай. Почисти. Эту? Да, большая. Сварим уху. В середине, там очень глубоко, не стал лезть уже. Ой, там я где лазил, 3 метра. Нет, а там как раз это, там хорошо было. Там видно, что прямо глубоко очень. Я где-то там зацепился, там походу дерево. Я уже не стал лезть, оборвал ее. На, распотроши пока. Или не полезешь? А? Почисти пока. Не, хватит. Ну ладно. Вечерний клюв. А? Вечерний клюв. Да, хороша. Да, будет сейчас из нее кушиться замечательно. Угу. Да, в том котелке 3-литровом. Ну. Ну, спасибо. Ну, реке. Спасибо. Да. Так, крам начинается. Я не понимаю, что не закипит-то никак. Мы делаем супер замечательную уху из щуки. Вот, добавили пару яичек сырых. Сейчас добавим лучка, маслица столовую ложечку. Подождем немного, все это дело перемешаем и будем наслаждаться божественной ухой. И обязательно головешку окунуть. Ну, головешка это с юга к нам пришло, да? Давай, да. Да, это южный. Может, туда и давай, обратно. Макай, туда и обратно. Оба. Ой. Все, отлично. А что она зашипела? Все правильно. Ей не понравилось. Может еще? Не-не, все, хорош. Хорош? Один раз достаточно. Ну ладно, все, кидай в костер. Зачетная уха, ребят. Ну. Классно ушится. Перьев, Саня, порежь. Сейчас перьев, да, еще. Я так думаю, еще крутнем пару раз, да? Ну. Сейчас только обрежу перья. И что ты, Саня, босиком? Ну, потому что уху тепло. Уху варить лучше босиком. Это точно. Да, это такая новая технология. Тепло, хорошо, что. Можно и босиком, не зима же. Представляешь, ты бы варил уху зимой босиком. Не, ну если дома, как бы это... Нет, ну на улице, снег босиком. Ну если то, что после бани. Да, классно. Классно, ребята, классная уха будет, потому что у нас есть сегодня лук. Это в прошлый раз у нас не было лука, да? Все было, кроме лука. О, все божественно. Экологически чистейшая и наилучшая. Вода самая наилучшая. Вода наичистейшая, рыба наичистейшая. Ну что, ставим? Да. Ну давай, втыкай. Я поснимаю. Ты воткни сначала, а потом этот. Он горячий. Нет, воткни, Сань. А потом под... Нет, так не сможешь воткнуть. Почему? А, уже в другую дырку-то. Да, в принципе, нормально. Ладно, ребята, сейчас вручную подержим. Ну, тут немножко кто-то пролил 200 грамм водички. Жарко, жарко от костра. Еще полминутки хорош. Думаешь? Угу. То есть что мы, рецепт, друзья, картошку, сварили картошку, да, ну почти сварили, добавили рыбы, поварили, потом... Посолили. Потом посолили, да. Поварили. Потом туда масло. Столовую яйца, ложку, пару яичек. Пару яичек. И головешку укунуть, угу, горячую. Ну, рецепт весьма прост. Берем воду хорошую, котелок, наливаем ее, кипятим, картоху чистим, закидываем туда рыбу по возможности,
сначала мелкую, потом покрупнее. Варим все это дело. Вот. Потом кидаем туда пару яичек сырых. Маслица столовую ложку подсолнечного. Так, что еще? Посолим. Лучка пирового зеленого. Немножко кипятим и наслаждаемся. Замечательный, прекрасный ухой. И получается вот такой вот продукт. Ну, классный. Оба, вот он. Со свежей рыбки, друзья. С реки, да? Думаешь, сготовила? Ну, все. А, аромат сногсшибательный. Угу. Ну что, ребята, пилят дрова. Хорош. Чё? Ты смотри, когда я тяну, ты ослабляй вообще. Понятно? Чё у-то? На, снимай. Я ж не деревенский парень. Блять, вот мы деревенские, ёпты. В квартире всю жизнь прожили. Ребята, доброе утро. Всем привет. Я на реке Пи. Время где-то 3 утра, 4 час. И у меня клевала щучка, промазала. Сейчас я постараюсь заснять. Вот она, друзья. Вывалил немножко в песке. Посмотрите. Экшн-камеры нету, но зато есть килограммовые щуки на реке. Вот такой вот экземплярчик. Ой. Класс, класс, ребята. Утренний клев. Ну что, идем дальше. Ребята, зачерпал. Ребята, зачерпал. Опа, провалился немножко. Вот такая речка, смотрите. На том бережку половил. Что-то пока клевать рыбка не хочет. Посмотрите, какие завалы. Сейчас обратно на свой берег перейду. Немножко черпанул, друзья. Время 5 час. Пол пятого где-то. Комары злющие. Сейчас, наверное, там еще покидаю. Ой. Пойдем туда, пройдем, посмотрим, что там есть. У нас. Что там у нас есть? Эта щучка взяла на вертушку. Сейчас вот этот мысик обкидаем. А вот, кстати, о, кого-то спугнул, ребята, волна идет. Ладно, покидаем. Ну что, ребята, немножко экшена. Все, закончил рыбалку. Время 5 утра. Ну, рыбинку я поймал. Вчера одну. Вот. Окушки поклевали. А сегодня ночью дождь был. Такой. Не сильный.
Не знаю, может как-то погода влияет на рыбалку. Вот такие ребята за валы. Завалы такие. Июльский лес. А вообще на речке хорошо. В этих местах клюет в августе. Вот, хотя мы тут уже третий раз. Первый раз вообще удачно попали. Сразу вечером с прихода трех щук поймал. Одна большая отпала. Утром одну поймал. На обратном пути головля на полтора. Вот. Второй раз приехали. Что мы тут? Тоже половили. Уже поменьше. Сейчас уже еще поменьше. Значит, надо подождать и приехать попозже. Недельки через две, через три. Нам как раз уже август будет. Комаров поменьше. Комары, кстати, злющие. Хотя попрыскаешься, не кусай. Там как-то все эти заломы обойти. Что не хочется лазать по кустам. Бродни, конечно, друзья, сорвать 3 секунды на сучках, особенно голенище вот эти. Так. Вон она, речушка. И вон там речушка, друзья, петляет. А вот лось ходил. Сегодня. Видно, что что-то тут мох ковырял. Вот на такую колебалочку. Ну, жадно взяла. Не знаю, почему дальше не клевало. Может, мы действительно тут корень подвывели немножко. Все равно, ребята, утром клев хороший. Надо ловить с утра. Фу, блин. Комар в рот залетел. Фу, второй. Так. Так что так. Обсушиться, наверное, у костра немножко. Вот. Вот оно, вот. Следы преступления. Ну вообще, ребята, глухие места здесь. Рыбаки, конечно, ходят, но больше лоси, чем рыбаки. Потому что сейчас рыбак обленился, ему надо подъехать, закинуть и выловить. А мне больше нравится вот такая рыбалка. По кустам полазать, по лесу побродить вот так вот. Смотрите, заломы какие. Фиг проберешься так просто. Поэтому вот такие вот короткие спиннинги люблю. Двухколенники. Нифига тут не в почете у хозяина. Пойдешь, все обломаешь. Заколебешься лазать с этим двухколенником. Еще бы подороже купить, не за 300 рублей. Ну хотя за 300 рублей покупаешь и сломаешь. И фиг с ним. Так, что-то я ушел в сторону. Надо ближе к реке попадать. Бляха-муха. Вообще попутнего надо было в рюкзак спиннинг кинуть.
Вон оно. Метровалу навалило. Тут даже лось не пройдет. Такие дебри. Ну, места, ребята, шикарные на реке. Так вот придешь со спиннингом. Хочешь сюда закинуть, сюда закинуть. А если еще клюнет, так потом такого желания идешь. Думаешь, что уже в каждом закутке щука стоит, тебя ждет. Вот. Одну поймал сразу вот здесь и все. А у тебя было поклевок много, да? Да десятка два, наверное, точно. Хрюска, вот такого все-таки выцепил. А, у тебя, ну, маленькая блесенка. Отпустил. Блесенка, да, это я. А у меня одна жадно взяла, а потом столько места обошло, не было. Вот на эту поклевок я поймал, больше. Заглотил, еле достал его по сам поводок вот так вот. Большая? Да нет, грамм 700 такая. У меня на килограмм где-то. Наверное, все-таки подвывели корень. Да. За три рыбалки. Сколько щук? 15? Так, да. Около 15 щук вынесли. Да. Поэтому надо приезжать. Нет, приехать попозже, недельки через три. Аркадий, как улов? Один окунёк, как у тебя вчера был. Ну, вот. И все. Один прыгал два раза, причем я удивлен был. Я уже вытаскиваю, блесну уже из воды вытаскиваю, не ожидал такого. Я уже она уже над водой блесна, и тут выпрыгивает окунёк прямо за блесной. Я вот такого не ожидал, конечно. Вот. Причем самое интересное, что этот фокус повторился ровно два раза. Вот. А третий раз я уже зацепился блесной и оторвал ее. Уже не получилось его вытянуть. Спиннинг, Саня, в корень расслоился. Короче, попался. Сломался, да? Вообще. Не, ну он еще живой, но там у него там уже такая волосня. За 1500? Ага. Жалко. Ну, попался, фигово, что делать. А? Ну, ребята, надо обсушиться. Обсушиться надо. У костра. Вчера вот этот пень всю ночь горел. Спилили. Все сырое. О! Да. Спасибо, хозяин. Я говорю, вот таких 4 штуки отпал еще. Прям уж все, у берега. Да? Начинает башкой трясти. У тебя хороший клев, я так. Ну,
Я вообще в восторге. На вот такую маленькую беленькую, да? Да. Да кину клебалку тоже. На эту вот, на ту не тяжелую клевал. Потом я увидел хариус булькает, эту перецепил. Из-под веточки достал его. Прям он только бултыхнулся. Хариуза? Тут же, да. А где он? Я выпустил. А, выпустил. Маленький. Таких мы не берем. У нас вот таких, я говорю, по рюкзаку стали таскать и все, перевели вообще все. Опуги. Мы не с тех. Красота, ребята. Идем по просеку. Пью. От речки. Вон туристы идут. Товарищи боевые. Интересно, городка. Зато чисто идти. Солнышко светит, рассвет, но не рассвет. Ну, раннее утро. Рыбалка была удачная, друзья. Поклевок было много. Чаю попили, переночевали. Вот. Так что всем до новых встреч на реке Пи. Турист из СССР. Да. Что-то устал. Да, ничего не будет.